Ежедневная и, на первый взгляд, незаметная работа, которая оборачивается серьезными результатами, очень важными для нас с вами. Сегодня Управление Федеральной службы России по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Чувашии отмечает десятилетие. Эффективность и значимость этой службы доказывать не надо. За 10 лет управление выявило более 5000 преступлений. Закрыто свыше 300 наркопритонов, изъято около 350 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Ежегодно по их предписаниям правоохранительные органы возбуждают и расследуют сотни тысяч дел за незаконный оборот наркотиков, а судебные органы выносят столько же обвинительных приговоров. В России более 8,5 миллионов наркоманов, и это серьезная угроза для общества. Даже при максимальной эффективности ни в одной стране мира полицейская служба не может полностью блокировать нелегальный оборот наркотиков. В незаконном обороте появились новые опасные виды наркотиков. Матовая солома, замаскированная под кондитерский мак, дезоморфин, новые синтетические наркотики, распространяемые с использованием сети интернета. Предупредить и пресечь преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задача не из легких. В таких условиях только силовых мер недостаточно. Нужна системная профилактика наркомании. Большое спасибо всем жителям нашей республики для того, чтобы они оказывают нам всегда вот эту помощь. Мы опираемся на них. Только взаимодействием и совместными усилиями мы можем прийти к единому и спасти наше население, нацию от разгрома, от попадания вот этих наркотиков в свободную продажу. Не последнее место в борьбе с этим злом занимает совместная работа с министерствами и ведомствами. Взаимодействие с ними позволяет сегодня держать наркоситуацию под контролем. 10 лет вы служили фактически защите населения Чувашской республики от злостного вреда, который приносят наркотики. Спасибо вам огромное за эту работу. И позвольте добавить от имени Министерства здравоохранения, фактически мы работаем с вами вместе, сохраняя жизни наших людей. За 10 лет сформирован профессиональный коллектив оперативников, экспертов, дознавателей. Грамотно организована оперативная работа. Лучшим из лучших сегодня вручили награды, благодарности, грамоты, юбилейные медали. Дани Фатагерова, Николай Яковлев, Республика.